Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посмотреть канал David FTV. Это канал моего подписчика, он снимает видосики по Амазингу и не только, также снимает разные приложения на телефон и игры. Всем советую, ссылочка на его канал будет в описании, давайте его поддержим, поможем ему набрать 1000 подписчиков. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Амазинг Реплей. Первый сер, мне здесь Кирилл Путбуль. И сегодня будет необычный видеоролик, пацаны, но сразу же хочу напомнить то, что на моем канале есть видосик такой, как я купил третью себе BMW M5/60 и готов ее разыграть. Но чтобы я ее разыграл, нужно набрать 300 лайков под предыдущим роликом. Но думаю, вы поняли, какой это ролик. На данный момент сейчас там 70 лайков, я прям только что смотрел. Если это, ну, за неделю наберется 300 лайков, я разыграю BMW M5/60 с одним чипом с нитро на блатных номерах. Поэтому, пацаны, ссылочка на видео будет в описании, если я не забуду, либо можете найти сами на канале. Итак, сегодня будет необычный видеоролик. Прислал мне эту идею подписчик в комментариях. Сейчас я вставлю на экран, что там было, короче. Это на форум Amazing скинута, короче, ссылочка. Сейчас вы видите это на экране. Он затронул тему по поводу системы семьи. Да, не спорю, я тоже за это говорил не один раз, что на Амазинге система семьи очень довольно-таки плохая. И что бы я хотел от себя, в принципе, добавить, я почитал здесь базу семьи, нужно там и так далее. Можете тоже почитать, ссылку я также оставлю в описании, надеюсь, я не забуду. Ссылку, да, я оставлю в описании. Прислал это Умар Борода. Это он, кстати, мне давал деньги, я помню, на машинку. Да, кстати. Не знаю, поедем мы на расчет, счет тоже проверим попутно, я сейчас буду ехать, рассказывать вам. Короче, система Фомы. Ну, думаю, все знают, что такое Фома. У меня есть своя Фома. Вот, Фо. Довольно-таки что-то мало людей стало, хотя, если прописать Фов, то людей довольно-таки много в моей Фоме. Можете сами это видеть, в принципе, но либо люди перестали играть, перешли на другие проекты, либо я не знаю. Но в любом случае, вы поняли, что такое система семьи на проекте Amazing Roleplay. Я думаю, вы прекрасно это знаете. Вот давайте я даже сравню, только не нужно там бомбить в комментариях, типа, что ты сравниваешь с другим проектом. Да, я сравню с другим проектом, с таким, как Родина РП. Тоже у меня там есть Фома и так далее. Там есть много прикольных систем. Каких систем? Можно купить квартиру за счет очков семьи. Как эти очки зарабатываются? Чем больше семья играет, чем больше там играет людей, активит, тем больше вам очков дается. По-моему, там надо 5000 очков, чтобы купить квартиру. Также можно купить яхту для Фомы. Яхту можно купить, и там еще дается 2 лодки в подарок. Также и эти 2 лодки можете сдавать в аренду. В данной лодке можно жить. Там есть классный интерьер, но я его, правда, не видел. Я планирую тоже когда-то купить себе эту лодку на данном проекте. Я ни в коем случае не хочу там сказать, что Родина лучше или хуже. Каждый проект хорош по-своему. Поэтому я не хочу ничьи чувства обидеть, короче. Но я вам привожу пример, что на Родине в системе семьи очень много функций. Прям очень много функций. Серьезно, прям очень много. Ну и стоит, конечно же, там создать Фому, по-моему, 3 миллиона или 5 миллионов. Здесь вы платите 500 тысяч чисто за общение, как писал и Умар в своем тексте, в принципе. Он, да, это писал, он тут свои идеи писал также. Но я не буду говорить его идеи, я добавлю что-то свое. Ну, возможно, повторюсь с его идеей тоже. То, что, да, нужно сделать спам для Фомы, я считаю, это будет круто. И было бы круто, если бы спамом Фомы можно было бы сделать свой дом. И данные игроки могли бы парковать, точнее не парковать даже, а забирать свои автомобили, даже если они прописаны, точнее, если спал у меня дома. Это было бы реально круто. Также было бы круто, если бы можно было покупать машины для Фомы. Машины для Фомы, то есть там вы можете поехать, допустим, в автосалон и купить, ну, хотя бы 5 автомобилей для Фомы. Ну, это с учетом того, что если будет спам для Фомы в доме,
тогда только нужна эта система с машинами. Для чего это нужно? Возможно, кто-то из моей семьи, у них нет автомобилей, и они смогут брать эти автомобили и на них ездить. Машины будут спавниться возле дома. Это было бы реально тоже очень круто, как я считаю. И если вы поддержите мои идеи, пацаны, кстати, лайк поставьте. Кстати, помните, я снимал видеоролик про то, что мало блат номеров на сервере и так далее. Это тоже, по-моему, этот подписчик дал мне идею, или я не помню. Ну, короче, подобный видос был. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Если вам заходит подобный видос, то пишите свои идеи тоже в комментариях насчет того, на какую тему можно снять такой разговорный видеоролик. Я думаю, это будет довольно-таки прикольно. Если, конечно, вам нравится такого рода контент, если его можно так назвать. Ну, серьезно, было бы круто реально, потому что за 500 тысяч вы получаете просто общение. Заместителей толком не поставить, они практически ничего не могут, они не уволить не могут, ничего. Но это, с одной стороны, хорошо, сливов нету, реально сливов нету. Также хочу попросить разработчиков, если они это смотрят, то чтобы профиксили баг с семьей. Смотрите, если вы создали ак на одной аккаунте, там, допустим, как я создал свою фому на аккаунте Кирилл Путбулови, и потом со своего старого аккаунта, короче, извиняюсь, что заговариваюсь, просто я уже не первый видеоролик за сегодня снимаю, поэтому заговариваюсь. Как я, допустим, создал свою фому на аккаунте Кирилл Путбулови, и потом решил поменять на старый ник, когда мы тот ник активировали. Вот, этот ник, Кирилл Путбуль. Я поменял ник, и оказался мой тот аккаунт не занят, то есть Кирилл Путбулови оказался не занят ник. И какой-то человек на него зарегался и стал тоже создателем моей фомы. То есть я создатель, и он. В итоге он вышел из фомы, тем самым ее удалил. Это очень плохой баг, деньги мне никто не вернул, жалобу я не писал. Ну, возможно, из-за того, что я жалобу не писал, я и сам виноват, короче, ладно. Это не важно, я вам саму суть рассказал, я думаю, не я один с этим сталкивался. Также можно было бы круто сделать, чтобы если был фирменный цвет фомы, фирменный цвет был фомы, и также, как чтобы на Амазине, короче, давайте я вам покажу сейчас. Ой, как на родине, короче. На родине, короче, вот здесь ник, и пишется вот фома, типа Family Kill Game у меня на родине. Вот здесь пишется, кто в моей фоме. Было бы круто, если бы на Амазинге было бы так же. Не такой маленький был бы пиар моего канала, можно сказать. Допустим, ну, это я к примеру говорю. И, в общем, даже фомы. Каждый бы знал, в какой он фоме и так далее. Также можно сделать еще общак. Общак будет находиться в доме, то есть на спауне фомы. В общак можно будет ложить аптечки, там, не знаю, маски, оружие, патроны и так далее. Ну, хотя это можно сделать, в принципе, и из шкафа, но чтобы общак могли общаком пользоваться не все, а, допустим, не знаю, хотя, ну, можно и все, да, но там наркотики, допустим, могли брать только заместители. И деньги тоже только я или заместители. Ну, я думаю, так было бы тоже круто. Но самое главное, по мне, как я и говорил, это было бы круто, если бы добавили машины Фомы именно. Машины Фомы. И добавили хотя бы информацию о Фоме, потому что, ну, команд вообще мало. Смотрите, давайте ММ, команды сервера, семья. Вот все команды. Фо — это посмотреть список онлайн семьи. Потом ФОФ — это в офлайне посмотреть. Ф-ранг 1-2 это изменить ранг игроку в семье, то есть первый ранг это обычный член семьи, а второй ранг это заместитель. Ф-ун-инвайт уволить игрока из семьи, потом Ф-ун-инвайт-офф уволить игрока из семьи в оффлайне, Ф-лаавы покинуть семью по собственному желанию и Ф-инвайт принять игрока в семью. Все. За это вы платите 500 000, понимаете? Ну, одного общения реально мало, как говорил Умар в своем тексте. Реально, платить 500 тысяч за общение, да, это хреново. Это глупо, реально. Хотя, ну, я просто хочу сплоченнее быть со своими подписчиками, поэтому я всех принимаю к себе в Фому, пацаны.
если что. Ну, реально, это было бы глупо, если бы... Ну, как и есть, в принципе, вы платите просто за общение в Фоме. Добавьте какие-то плюшки интересные. Как я и говорил, можете добавить спаун, общак, машины, чтобы можно покупать было в Фому. Там хотя бы 3 штучки, ну хотя бы, да, 3 штучки хотя бы. 3 или 5 штук было бы нормально, серьезно, было бы нормально. Чтобы ниже ника писала, типа, какая-то Фома, что это тоже было бы круто, реально. Я считаю. Там новые команды какие-то сделать, тоже прикольные, не знаю. Там может, блин, ну не знаю, ну много, дуэли сделайте для семьи, типа дуэли, что были для семей. Ну много чего можно придумать, серьезно, ну это не трудно. У кого, кстати, есть идеи, чуваки, пишите в комментариях, у кого есть идеи для Фомы. Возможно, кто-то из разработчиков, либо админов это посмотрит и что-то, возможно, сделают. Но, кстати, я видел, что в официальной группе Мазинга, когда вышло там обновление 23-го, по-моему, или когда оно там вышло, 22-го, я не помню. Ну, короче, вы поняли, это обновление недавнее. Там писали насчет Фомы, типа, что будет, типа, улучшение Фомы. Что это еще в разработке. Давайте я сейчас, кстати, остановлюсь и посмотрю, что там именно написано. Так, вот, нашел. Все, нашел я быстренько. Короче, вот что здесь пишут в официальной группе Мазинга. Теперь, если игрок вступил в семью, то его нельзя уволить... Так, если из нее в течение 3 дней. Таким образом, мы подготавливаем к следующим обновлениям в семьях, в которых появится большинство функций, относительно того, что есть сейчас. Извиняюсь, просто телефон, блин, далеко. Я подальше его отодвинул, чтобы он, возможно, микрофон не фонил. Я еще читаю нормально. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Ну, короче, видите, подготавливают. Возможно, в будущем обновлении будет больше функций, но, возможно, этим видео мы поможем разработчикам добавить что-то новое, интересное. Но, я думаю, у них есть, конечно, голова на плечах, они делают прикольные обновы, но, ну, не хватает этого, серьезно. Да, то, что добавили 3 дня, хотя не знаю, зачем это сделано, потому что есть такие плохие люди, какие могут вступить в Фому и начинать флудить там и так далее. Добавьте систему мута, кстати. На родине есть система мута. То, что если человек флудит, вы можете выдать мут там на 10 минут, на 30 или больше даже. Ну, то есть, создатель Фомы, либо заместители могут давать муты тем людям, кто флудит. Я думаю, это будет очень даже полезная функция, чтобы не унять людей, а просто давать им муты на определенное время. Это реально было бы очень круто. Ну и давайте напоследок я загляну все-таки в банк, посмотрю. Как вы знаете, я создал счет. Кто хочет бабки кидать, пацаны, я никого, повторюсь, не заставляю. Ссылка, ну, счет будет, короче, в описании. Я видос выложил 3 часа назад. Возможно, кто-то хоть какой-то рубль кинул, не знаю. Просто хочу посмотреть, и кто скидывает, я буду передавать привет и так далее, короче. Так, это банковский счет. Так, давайте я введу пароль. Так, информация о счете, скорее всего, он пустой. Да. Но если что, пацаны, я так просто вам напоминаю немножко. То, что есть счет, кто хочет там помочь, допустим, на ремонт в Мурке и так далее. Кстати, насчет Мурки. Скорее всего, пока что Мурка в деле не будет, чуваки. Почему? Потому что последнюю серию вы очень плохо оценили. Там, по-моему, 67 лайков и 33 дизлайка. Если мне память не изменяет. Ну, я так понял, возможно, это из-за моего тупого монтажа, какой я пытался сделать классным. Ну, не знаю, блин, видимо, вам уже надоело это, поэтому пока что Мурка в деле не будет. Да и целее, в принципе, она будет из-за этого. Но если вы хотите Мурка в деле, давайте, пацаны, под этим видео наберем 100 лайков. Я пойму, что вы хотите, чтобы я продолжал снимать Мурка в деле, и я обязательно сниму. Сниму. Пока я не искал локации, где можно попрыгать, но если вы захотите, я поищу интересные места, и мы обязательно снимем Мурка в деле. Да. Обязательно просто. И также писали, типа, пойти в ДПС. Ну, кстати, интересная идея, типа,
патрули там снимать, погони и так далее. Напишите в комментариях, стоит ли это делать. У меня 2 звезды, я с радостью мог бы отсидеть 20 минут и пойти на собеседование в ДПС. Напишите, стоит ли это делать, либо лучше просто продолжать обычно снимать бешеные, непонятные, дикие видосы, интересные, наверное, да. Либо предлагайте свои идеи, кстати, в комментариях. Вот вы меня критикуете, знаете, поговорочку, критикуешь, предлагай. Вы так само критикуете, предлагайте, что мне поснимать и так далее, короче. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.